Царство У. Вот настоящие варвары, которые пытаются нас задавить числом. Приветствую вас, друзья. С вами Верус. Здесь сейчас я предлагаю сделать что в данном случае? Использовать все-таки ночное нападение, так как мы разыгрываем лично. Армия врага будет бежать быстрее, и нам в любом случае подкрепление подойдет не сразу, мы его использовать не сможем. Поэтому погнали. Начнем битву. Если что, всех их казним, уничтожим. Ну, если легендарные захотят нам послужить, может быть, возьмем одного из них. Посмотрим, ради забавы, да? Пусть ханьские эти государи служат нам. Возьмем этих варваров в оборот. Если они того заслужат. Если они того заслужат. В принципе, впереди серьезных войск у него нет. Тут без проблем. Кстати, сейчас есть зона спасения у него. Но искусственный интеллект вряд ли ей будет пользоваться. Ну, а если воспользуется, ничего страшного. Ничего страшного. Все уйдите пока что. Уйдите. Ночь. Улица, фонарь. Врагам снится кошмар нашим. Отправляем копейщиков с двух сторон. Хотя здесь... Давайте вот тебя сюда. Этих копейщиков чуть-чуть поближе. Замечательно, пусть кидают дротики. Хотя у нас есть еще эти отравленные дротики, копейщики. Их можно отправить в хвост как раз таки. Колонны. То есть сделаем именно таким вот образом. Этих копейщиков отодвинем чуть-чуть в бок. Пусть они тут закидывают врага. А здесь мы выставим наши щиты юга. Тут прикроем фланг. Попробуем. Хотя можно и вас. Ничего страшного. Выставляем вас здесь прикрывать фланг тоже. У нас еще должны быть бойцы. Нет, один только отряд здесь. Великие слоны. Ну ладно. Один раз великих, то один. Тигры готовятся, если что, лучников цапать, съесть их целиком, проглотить и не прожевывать даже. Здесь убиваем сразу этого господина местного разлива. На пехоту. Мы можем сейчас, кстати, вот здесь на пехоту натравить вас и вас. То есть можете стрелять, пожалуйста, вот. Хотите, стреляйте, кидайте, уничтожайте их всех. Я только за подобный кипиш. Ополченцы, ваш час настал! Так, ополченцы, ополченцы. Лучники! Окей, давайте лучники сюда. Разворачивайтесь вперед. И сжигайте всех, кто подходит. Сжигайте всех и каждого. Так, с вами разобрались. Вас тогда, наверное, поставим. Если метатели еще более-менее что-то могут. Здесь для подстраховки все-таки еще нужно оставить данных ополченцев. И остались слоны. Четыре отряда слоников, да? Так оно и есть. Куча копейщиков. Ну давай. Двое слонов здесь. Причем они прячутся среди деревьев тоже хорошо. Проблем не испытывают. И погнали. Наши люди обнаружены. Естественно, обнаружены. Все тут запланировано, чтобы обнаружены они были. Хотя вот здесь сейчас, если ударит по лучникам, будет, конечно, печально. Будет очень-очень печально. Вперед. Стирайте их. Начинайте по наемникам стрелять в тыл. Давай вас тогда перебросим на всякий случай чуть поближе. Что-то я думал, кого-нибудь-то еще поставлю там. Некого ставить больше. Все уже задействованы. Ну и все.
Погнали. Погнали. Так, ну давайте пока что откажемся. У нас все-таки преимущество. Здесь мы их по одному сейчас будем убивать. Тем более вот этот уже дрожит. Смотрите, мальчик. Просто задрожали. И готовы убегать. Шанс блокировать урон от обстрела. Урон. Только один, ладно, отряд пока. Отставить. Сжигаем. Ополченцы, ваш час настал. Здесь прям все хорошо складывается на данный момент. Маскировка не помогла. Наши воины обнаружены. Спускаем тигров. Приготовить слонов. И выпускаем слонов. Слушайте, этот бежит. Те двое объединились в Роме. В Роме. Вроде. Но мы их давим здесь. Кавалерия вернется. Копейщиков предлагаю оставить. Слоники, слоники, слоники. Тигры здесь жрут их уже. Вперед! Боевые чудовища, вперед! Твое построение оставляет желать лучшего! Браво! Это твоя придумка? Готовьтесь! Гасите их! Атакуем! На нашу благородную сестру напали! Так, благородная сестра, все хорошо. Имя-то какое дали тебе, благородная сестра. Лучники у нас немного пострадали. Этот-то вернулся, подонок. Трусливо сбежал, в числе первых, но вернулся. И создает теперь проблемы. Так, утюг, подключись. Они вдвоем там этого прогладят сейчас. И без тебя. Все, бегут. Вражеские солдаты удирают. Всех перебить. Внимание. Это победа. Ночь тут вообще... Какая там пиво победа, да? Облегчает задачу. Воины пленен. Во много раз. Ополченцы, приготовиться. Так, слоники, попробуйте попреследовать. Погиб. Великолепно. Но этот еще живой. Атакуем! Отработайте по нему. Наша храбрость неистощима. В принципе, скорость-то подрезал вроде бы. Эффект действует. Но он уйдет. Он в живых сейчас останется. Ну и спасать, как всегда, искусственный интеллект никого не стал здесь. Давай, давай, давай. На тигров надейся, но сам не плашай. Вперед. Догоняйте их и убивайте. У наших людей давай. Нет боеприпасов! Давай, а давай, давай, наемных. Ладно. Отпустил этот отряд наемных лучников, к сожалению, в ближнем бою они не так хороши, как хотел. Тем не менее, от армии у него остается лишь горстка никчемных солдат. Первый, кто побежал с полководцев, хоть кого-то смог убить, но как раз таки лучников зацепить. Оп. На землю. Им не хватило мордой в пол. Стратегии. Взяли кого-то в плен из этих двоих? Оружие отобрали. И да, Ченпу попал в плен.
Мы можем парные военные топоры у него забрать. Можем отпустить. Хуанга, его друг, Сымолян, ну и Мулу его не любят. Так что казним Ченпу, ты тут можешь сейчас улыбиться. На службу я бы тебя взял ради прикола. А так казнить. Несчастные жертвы войны. Прощай. Так, этот тоже город не стал штурмовать, братец. Сундзянь. Ну и пока Шисе не идет к нам, это тоже хорошо. Учитывая, что мы воюем с доброй такой прям частью всех ханьцев. Продолжаем пока что быть добрым слоником. Поселение потеряно. А что сделаешь? Вот такие эти мерзавцы. Дунжо просит присоединиться к Гунсундзяня. Гунсунду объявляет войну Джаньян. Цаомай. Дунжо подписывает мирный договор. Сыма И. Похоже, знаменитый отшельник Сыма И отказался от затворничества и поступил на службу к одному из военачальников. Видимо, его новый господин обладает поистине поразительным даром убеждения. Лучшая броня. Отлично. Нам принесли какую-то броню. Понимание. Уцы. Империя Хань. Новую столицу. Так, вот они. Роскошные варварские доспехи. Небесный меч. Счастье и авторитет. Парные военные топоры. Кстати, вот этот меч небесный можно было бы нашему наследнику великому дать. Да, это в бою его чуть-чуть подрежет, но с другой стороны... сделает наших счастливей. Хотя в бою это не сильно его подрежет, я думаю. А ну-ка. Сколько? 1400. В принципе, обычный урон выше, проникающий чуть меньше, но... давай вот так. Счастье плюс 13, тем более здесь резко так. Поднимаем данный показатель. Будешь в воздухе махать топором, но... Вот он, солнце. Идет сюда. Естественно, он нашу ловушку проглотил. Тут тоже Мачао ушел служить. Смотрите, кому. Будьте, а вообще, что касается... Оставайтесь непоколебим. Мэнхо здесь. Здесь все. Шисе. А ну-ка... Интересные персонажи, кому еще служат? Куда сам Матен ушел? Ага, вот он, Матенище. Так, это что сейчас знамя у тебя? Кому ты служишь? Юаньшао ты служишь. Юаньшао, то есть с сыном разбежались. Окей. И неприязнь к нам у него. Вот он, Мачао. К нам у него нет претензий. Пошел служить... Кстати, он от Матена ушел давно. Ханьфу, Клюбы. Серьезно? А чё так? Чё сына-то отпустил? Очень давно отпустил ты сына. Ты его продал, что ли, в рабство? Люяу. Кому служит добрый дедушка Янь Байху? Батька бандитский. Где он? Так, я по картинке. Поиск, я не знаю. Хотя не знаю, может, сейчас работает. Поиск по имени. Раньше он-то вообще на русском языке точно не работал нормально, адекватно. Вроде бы там еще писали, что чей-то он друг, там враг. Ну. Наш ну вот, Ут. Принес плоды. Сунь, да, а Гунсуньду почему-то выдает. Сундзяни династию вообще не выдает. Но поиск крайне какой-то непонятный. Хотя, ну вот, тут их полно. Сунь Цэ, Сунь Цюань. Так, ну не вижу я Янь Байху. По морде лица я его не вижу сейчас.
Сунь-Джэнь. Вот Сунь-Джэнь, кстати, тоже я бы взял бы на службу, если бы она пошла ко мне. К более цивилизованным и человечным народам. Так, Сунь-Цэ. О, это кто у нас? Цзо-Дзи Джулань. Джулань. Облачение мастера. Так, отношения неизвестны. Ну, окей, ладно. За мной. Нападаем. К обычному режиму. Мы могли бы попытаться его поймать в засаде возле города, но сейчас в любом случае проще будет, наверное, его разбить. Тяжелую победу средние потери предсказывает. Лично-то мы быстрее его и безопаснее перебьем. Либо передать полномочия. Ну ты покоцаешь сильно друзей наших. Ладно, давайте начнем битву лично. Сейчас, если просто довериться автобою, мы даже тот стек можем не потянуть. Вдруг герои окажутся ранены, отряды слонов уничтожены. В общем, приятного будет мало в данном случае. Тут-то мы какие потери не понесли, вряд ли потеряем отряд. Мы вряд ли потеряем эти самые отряды. Тигров заводим со спины к нему. Тигры здесь подкрадутся и ударят его в спину. Он принимает бой на открытой местности. В остальном это хорошо. Так, вперед. Или давайте наверх. Хотя нет. Все-таки вы урон принимаете лучше. От стрелкового оружия. Там арбалетчики будут бомбить вас. Так что вас вперед выставить нужно. Вас нужно выставить вперед. Лучников поставим прикрывать фланги от кавалерии. У него арбалетчики 220, не 250 стреляют, 220. Вперед. Вы прикрываете фланги, чтобы лучников не поубивали наших. А, кстати, вы-то тоже хорошо урон принимаете, да? Тогда сделаем следующим образом. Чуть подвинем. И центр как раз-таки они займут. Центр занимают эти красавцы. Давайте слоны займут цифру 1, ты цифру 2. Пока в поединок не вступай без приказа. Ну и остаются слоники. Боевые чудовища. Погнали. Кроме тигров. Выдвигаемся сейчас вперед. Не быстрее, блин, хотя здесь нужно как раз таки чуть-чуть не дойти. Все, идем пешочечком, не торопимся. Тигры подкрадываются в траве. Не торопитесь. Пока тигров он не видит, но он видит этот фланг, начинает крутиться. Начинает разворачиваться лицом к нему. У тебя, у Сун Цюаня, есть лук. Еще вдобавок ко всему, да? То есть наших слонов может поубивать. Кстати, тяжелых он поставил на флангах. Даже, наверное, не кавалерию будем пытаться лучниками убить. Наших людей заметили. Ох, это плохо.
Как вы так спалились-то, а? Спрячьтесь. За вами уже кавалерия выехала. Тигры, тигры, а? Ну в лесу шли, ну вот... Ну, здесь лес, все хорошо. Ну, как вы могли так спалиться? Кавалерия хотя не реагирует, отлично. В принципе, он просто прикрыл фланг и все. Разворачиваемся. Подходим чуточку ближе. Пока пешочком подходим. А уже дальше будем бежать. Уже маскировка не будет... помогла. Наши воины обнаружены. Но обнаружены-то слоники нормально сейчас. Это тиграм нельзя было палиться. Теперь все слоны и полководцы остаются пока на месте. Вперед летит лишь пехота. Можно вот так вот сделать сейчас. Вперед летит исключительно пехота. Лучников. Даже здесь сразу направим расстреливать. Вперед. Слоны могут на правом фланге чуть-чуть подойти, а на левом уже готовить обходной маневр. Наших людей заметили! Слушайте, войны! Атакуем! Не уступать! В атаку! Сокрушите их! Убейте их! И готовиться! Копьеносцы! Так, вы стоите. Этот фланг стоит. А теперь пора полководцам врываться. Здесь как раз брешь имеется. Здесь можно выпустить слоников. И пока не спускать тигров, правда. Слоники вперед. Смотрите, неприятель показал спину. Сжигаем врагов. Здесь где-то кавалерия еще и вражеский полководец в лесу. Он их не показывает. Но сейчас слоники их спалят. По черепахе вот этой. Помогите им сбежать. Бойцы юга, не уступать. Слоник сюда. Вражеский отряд удирает. Трусы. Тигры. Готовьтесь. Бегом. Внимание. Внимание. Полководец тоже здесь себя проявил. Вот и вся ночная битва, да? Слушайте, войны. Это всегда здесь достаточно... Просто в Тройцарстве. Ночная битва. И победа тебя обеспечит. Спустить тигров. Еще один шаг к победе. Убегающих сейчас, правда, они будут преследовать. Просто съедают на ходу. Проглатывают целиком. О, что, Сунце уже... Точнее, Сунцзянь уже пал. Быстро он. Помоги им сбежать. Говори, что хочешь, ты все равно умрешь. Не, ну рано или поздно-то все мы смертны. Но в твоем-то случае... Это совсем другая история.
Так, эта подруга в бешенстве. И сейчас мы ее утихомирим. Слоники. Боевые чудовища. Можете тоже попреследовать. Не только ж вашим тиграм веселиться. Тут слоны, тигры. Бум-буры-бум-бум-бум-буры-бум-бум. Вражеские солдаты удираю. Эх, скорость. Тем более для фланговых маневров эти у нас с одной стороны, с другой могут скорость да увеличивать. Забываю переключиться на боя. Сделать что-то поэффективнее. О, все, она тоже пала. Вражеский полководец мертв. Эту армию мы добьем сейчас однозначно. Хотя она может полностью будет... Вряд ли будет полностью уничтожена. Два отряда кавалерии сбежали. Все полководцы его паяли. Мы без потерь практически. Ну, ночная битва здесь. Победа! Творит чудеса. Нам. Никто не погиб, возможно, попал кто-нибудь в плен из них. О, золотой лук дзянем забрали. Все попали в плен. Абсолютно все. Солдатский дзянь, госпожа Усунь-Цэ. Облачение мастера. Ну, вы друзья, да, тут? Ну, в принципе, этих подруг... Как улыбается, а? Мило. Этих подруг мы Иного казним. Они не заслуживают. Этих подруг мы сейчас казним. Тем более золотые доспехи. Использовать их не можем, они но... Они больше не потревожат эти Нам земли. Они пригодятся. Ты давай, молодой, перспективный. Не забудьте мы тебя отпустим. Об этой милости. Добро да, пожаловать не забывай. В наши ряды. Об этой милости? Он не умрет, если сейчас еще раз проиграет. Птиц и змей. Он не умрет. Не красненьким горел здесь плюсик. Солдат есть солдат. Да. Солдат. Есть солдат. Здесь все тихо, спокойно. Сюда никто не пошел. Здесь вполне возможно попытаться даже ударить. Война. По поселению. Потому что его никто не удерживает сейчас. И он не будет восстанавливать потери. Здесь отступая. Где-то еще одна армия. Крутится, вертится рядом. Сейчас как раз проверим. Она могла в засаду встать. Чтобы не попасть, я не буду преследовать тот покоцанный стек. Его здесь, если что, как раз таки встретит наш наследник. Теперь поселение принадлежит нам. О, а хотя вот он стек. Он отступил. Мы этот стек можем добивать спокойно. А, недруги. Я тебя отпустил, какие недруги? Какие недруги? Царь Мул уже 9 левел, укротитель зверей. Небесный меч, черный дракон, конная стрельба на ходу. Стрельба по-парфянски, скорострельность урон от обстрела. Дальнобойность 250, но очень крутой, конечно, лук. Золотой. Золотой, я такие луки в прохождениях очень часто ждал, чтобы мне выдали. Хоть где-то хотя бы серебряный даже мне попался. Но они ни в какую не хотели приходить ко мне в руки. А тут вот раз и наньманьцам так сразу. Возьмите, распишитесь. Окей, хорошо. Давай решимость докачаем уже до максимума. Можем топоры выдать. Проникающий урон будет выше. Вот так вот. Твой слон будет разить. Еще серьезней. А кому я там выдавал лук? А ну-ка, ради интереса. По-моему, кому-то из вас. Да. Дальнобойность, вот смотрите, 200, да, тут 250, 300, тут 1200, 675, обычный, тут 2200, скорострельность в два раза выше, ну, просто это не лук, это что-то с чем-то. Так,
Пара-пара-па-па-па-пам. Окей, значит, добиваем этот стек. Ночную, да. Не, не, никак не уменьшает. Им не хватило цельной стратегии. Можем казнить, это враг царя Мулу. Так что казним. На этом закончится их позор. Пусть мудрость течет. И здесь даже можем дотянуться до данной армии. Цао Женя. И разбить Цао Женя еще можем. В итоге оставив практически у разбитого корыта. То есть мы кучу предметов скоммуниздили. То есть, ну вот они, золотые доспехи использовать нельзя. Роскошные варварские доспехи можем... Ну давай, выдать тебе. Заслужила. Заслужила. Давай серебряный топорик даже выдадим тебе. Выдадим топорик. Будет сделано. Ты восполни потери и иди сюда. Ты захватил город. В принципе, пока ничего не будем трогать. Здесь еще несколько стеков осталось. Вряд ли мы можем себе позволить убрать отсюда армию. Он еще будет плыть по реке и пытаться высадиться. Он по-любому еще будет пытаться высадиться. Вот здесь как поступить? До ба мы не дотягиваемся. Хотя нет, дотягиваемся. До ба мы дотягиваемся. Природа принимает наш труд и одаривает нас взамен. Можем его там защемить и все. А потом вернуть это поселение. Давай так и сделаем. Разите врага! Первую победу нам предсказывают. Ночное сражение. В принципе, средние потери предлагает. Даже тогда передадим полномочия. Здесь нет такой серьезной прям ситуации. Они еще никого не потеряли. Идеально провели битву. Прям вот горжусь сейчас. Так, каких-то персонажей на службу предлагают, неинтересно. Казнь. Избавимся от этой обузы. Прекрасное поселение. Мы возьмем прекрасное. Его. Прекраснейшее поселение. Улучшаем. Гибель в бою. Гибель в бою и одну еще казнили. Так, давай чутье тебе дальше. Докачаем. Потери не быстро восстанавливаются, кстати говоря, содержание дружины. Давай, наверное, сейчас тебе вместо свинки у нас тут есть для пополнения. Чуть-чуть. Предметик небольшой, но очень-очень важный. За что мы сражаемся сегодня? Мы за все хорошее. Чё, кстати, как у тебя там по настрою, а? Царство, ну выше еще не захотел. Перемирие Джаньянь. Нищий. Куча врагов. В принципе, он не против. Пусть эти переговоры озарятся мудростью. Наемную помощь. Но они крайне слабые. И даже предметов нет. Чтобы что-то запросить. Ну и ладно тогда. Ло Цзюнь также хочет пакту ненападений. Ну как-то слабоватенько он это хочет. Поэтому оставим. Ну что, убиваем еще один твой стек. Тяжелая победа. Но ночная битва, опять же, нам гарантирует победу по факту без потерь, если мы лично это разыграем в джунглях. Давай, мы вынуждены... Вот здесь сейчас лишние потери нести не стоит. Здесь мы видим еще два стека, которые сейчас выйдут и через ход 2 уже будут возле наших границ. Они по реке, если сплавятся, то достаточно быстро добегут. Достаточно быстро. Воины, к бою! Действуем следующим образом.
А, тигры, ну вы опять, блин, можете спалиться, конечно, но попробуйте. Вот здесь как-то бамбуковая роща, аккуратненько. Они уже не спрятаны. Эх, жаль. Так, наньчжунский воин, ты один. Южан. А у нас южан трое. Симметрично их не поставим. Так, вы блокируете, кстати, неплохо. Обстрел тоже. Ну, в принципе, можно их сейчас и выставить вперед. Давай. Сделаем следующим образом. Вы по центру. Вы по краям. Кавалерию он не бросит в лоб. Приготовиться! К бою! Раз. Вас растянем, сейчас бой начнем. Лучников на этом фланге тоже ставим. Слоники, вам разрешаю. Вам, в смысле. Стрелять разрешаю. Разрешаю вам стрелять. Кавалерия на том фланге не будет представлять угрозы. Отправим вас. Хотя бы кто-то, кто не боится огня. Плевак. Тоже, наверное, на этот фланг. Но метатели топоров для разнообразия ставим на этом фланге. Приготовить слонов! Слоны на фланге. Приготовиться. О, тигры, я вас сюда перетащил. Эх, боятся они, похоже, спалиться вновь. Так, вас двоих отправляем в бой, а ты, подруга, чисто так для подстраховки. Ты у нас ранена. Не сражаемся. Хотя можно будет на поединок утюгом вызвать кого-нибудь. Утюгом сейчас вызвать кого-нибудь на поединок. Вполне такая интересная для него задача. Если кто-то захочет с ним вообще сразиться. Они-то трусы недостойные. И погнали. Вот сюда, пешочечка. Не торопимся, не гоношимся. Нам уставать не нужно. Ну, никто не захочет. Хотя это пишет, что слишком далеко, но... Можно и досып предложить сразиться. Конечно. Идем, идем, идем. Вот сюда подходим пешком, а дальше уже будет видно. Время пришло. Слоники! Кавалерию он перевел всю на тот фланг зачем-то. Где у меня больше всего копейщиков, кстати говоря. Вот, она реально хочет поединок. А этот может вызвать любого на поединок. Ну давай ты эту подругу вызовешь. Ты Ляо Нинлань вызовешь. Сейчас отдадим приказ... Или пусть наши идут пока. Я сокрушу тебя! В принципе, утюг сражается нормально. И тот с видимым оружием. Пока что. Опа, отлично, начало хорошее.
Обоих сбиваем. Утюг-то справится точно. Даже не пытайся победить меня! Ты осмеливаешься говорить со мной! Наша храбрость неистощима! Ни шагу назад! Сейчас увеличим еще бонусы. Ну, утюг просто быстренько расправляется даже с ней. Единственный, кто согласился на поединок. Плюс способность 15 тысяч хп, так хлоп. Досы, конечно, вот... ну, как-то вяленько. Вот чуть-чуть бочочком. Есть контакт. Полководец мертв. Он бросает кавалерию. Мне так нравится искусственный интеллект. В плане, когда погибает его полководец, он сразу же бросает кавалерию. Или какой-нибудь подобный отряд. Ну что, давайте в бой. Отправляем всех наших. Причем правый фланг мы как бы не совсем в бой отправляем, просто вперед. А может даже и здесь всех в бой не будем сейчас отправлять. Не, но лучников нужно цеплять. Чтобы кто-то угрожал лучникам. С другой стороны, что у нас тигр тут есть? Пусть бегут. И слоны. Соберитесь с духом! Наша храбрость неистощима! Время пришло! Так, не убегать! А я лучника мне отключил? Не, отключил, нормально все. Вы у нас не убегаете, красавцы. Слоники, о, наемные лучники уже здесь драпают, смотрите, которые были в составе дружины того типа. Победу одержу я. Сомневаюсь. Что, и это все? Ну и ну. Пощады не будет. Не уступать. Копьеносцы, слушайте мой приказ. Войны, к бою. Вперед. Лови этого мерзавца. Вражеский отряд утирает! Трусы! Соберитесь с духом! Огонь! Поджигаем здесь. К бою! Приготовь! Ой, плеваки. Готовьтесь! Выдвигайтесь скорее! Воины племен! Сыграно! Внимание! Подключаемся к избиению суда. Работаем, господа. Спускаем тигра. Ничтожество, тебе не выжить. Заткнись и умри. Расстреливай здесь. Вражеский отряд удирает. Трусы. А тут все уже бегут. Ополченцы, приготовиться. Сжигаем их. Все великолепно, эти тоже бегут. Расстреливаем Дзаньмани на данном фланге. Так, а поединок еще продолжается пока что. Твое упорство похвально, но бесполезно. Умолкни! Еще один шаг к победе! Подключитесь к избиению. Соберитесь с духом! А ну-ка, подожди. Давай сейчас все твои способности врубим. И теперь понаблюдаем за поединком. Давненько у нас не было поединков. Ну... что-то вы как-то
долго возитесь, господин? Я смою пятно позора! Да не смоешь ты ничего. Ты унижаешь себя такими словами. В унитаз ты максимум себя снимаешь. Что? Бой окончен? Вперед, вперед! Так, у нас вот здесь небольшие проблемы, потому что, ну, со спины зашли. Так, ты на коня сел уже? Молодца. Тогда двигайся сюда. Догонять! Не отпускать их. Снова вернулся. Наша храбрость неистощима. Не использовал, не успел. Этот бегает от поединка. Наша храбрость неистощима. Вот теперь успел. Здесь тебе не рады. Так, а ну-ка отставить. Наша мощь раздавит тебя. Ребятушки с дротиками. Хотя у них, у этих... А, не, это без щитов. Это улучшенный вариант с щитами. У них тогда еще и защита от обстрела. Они там шикарно себя чувствуют. Отставить. Не преследуйте. Догоняйте, убивайте, слоники. Слоны втаптывают в грязь все. Артиллерии, да, нет, но у нас есть слоны. В принципе, у найманцев и этого хватает. Пусть нет артиллерии, но есть слоники. Они порой даже куда больше решают, чем артиллерия. Артиллерия не в каждом бою может хорошо зайти. А у слонов шансов, я бы сказал, даже куда больше. Быть в любой ситуации эффективней. Например, в той же засаде, да? Попал в засаду, все, артиллерия выключена, она бесполезна. Слоны же и там тебя могут вытащить. Как барон Мюнхгаузен, сами себя, за хобот. Быстрый ужас поражает самые сильные удары. Хаумен. Хаумен. Они ничем не могут помочь тебе. Все действия имеют последствия. Казнить. Единство. Бейте, не дотягиваемся. Но этот стек-то в любом случае умрет в ближайшее время. Объедините эти долины. Здесь отправляем вот этого охуенанского пацана на разведку. Он там это широтой возьмет, зайдет в хату. Там даже скрываться особо не будет, сказать, кто он и все. Смотрите, какие дети прикольные здесь. Ну, аватарки, в смысле, да, у них? Так, персонажи. У тебя все хорошо. Маньячан почему-то тебе не нравится. Ну, да ладно. С персонажами все. Улин. Улин, Улин. Сейчас, наверное, даже, знаете, завершим на этом серию. Сдавать ход не буду, чтобы не завершать еще одну серию на битве. Так, тут коррупцию можем постепенно уменьшать уже. Я не думаю, что там будут большие проблемы. Здесь город нужно прокачивать, кстати. Уже пределов мы достигли. Вроде бы казалось, малонаселенный юг Китая, но у нас народец разрастается очень хорошо. Мы тут живем счастливо. Мы счастливы. И все тоже счастливы. Заятие здесь нет. Так, а медь? Сколько
Ну давай, доход 9900. Стал 10 тысяч. А ну-ка подробней. Пум-пум-пум-пум. 10-4. Ну, не сказать, чтоб намного прям мы стали зарабатывать больше. Ну, учитывая, что такой высокий налог у нас. Живется нам действительно неплохо. Здесь уже денег не хватит, естественно, после такой застройки резкой. Улин. Дзанин. Ну давайте в Бадуне построим. В принципе, можно начинать строить оборону. Дополнительно. На реке проблемы будут еще возникать. Это как бы факт. С этим фактом спорить трудно. И на этом будем завершать серию. Уже тогда сдадим следующий. Отбиваемся хорошо. Отодвигаем границу. И племя скоро будет полностью единым. Так, где там у нас объединить племя? Племя уничтожено. Ага, еще и за столицей тут практически. Даже не Чанша Чалин, а Чанша, которое поселение, я даже не знаю. Ну и ладно, хорошо. В принципе, не вопрос. Так, значит, так. В любом случае, под столицей, прямо в провинции столичной царства У, мы должны будем вернуть Шамоку. Ну, сам-то он, судя по всему, отъехал. Его нигде нет. В предложках тоже. В персонажах я также его не заметил. В службу он только к нам, если хотел бы, то мог идти. И все. Перемирие 42. После этого поражения не увеличивается. Пока 40, это примерно максимальная ставка для него. По желанию к миру. До следующей серии, друзья мои. С вами был Вирус. Всем добра. Пока-пока.